Всем привет, ребята! И сегодня мы узнаем, кто же сильнее, генерал Гапс или Стим Лу, который вышел 13 февраля на День влюбленных. Если вы за Лу, то подписывайтесь на канал, а если вы за генерала Гапса, то поставьте лайк. Так, первое, это кто победит один на один? Ну, может, он генерал Гапс? Нет, это не генерал Гапс, это, ну, с замедлением, конечно, да, генерал Гапс более слабее. Но с гаджетом-то он, по сути, должен быть сильнее, но это не случилось, странно. Мне казалось, что он выиграет, ну, супером-то, да. Ну, хоть и счет не такой уж большой. Так, с дальностью. У как бы было больше, если от стены, то у генерала Гапс больше. Так, с дальностью супера, ну да, она побольше. Так, ширина, а у Ло меньше, вот тут ширина атаки у Ло меньше. Ну, ширина супера, у Ло намного больше, так что он забирает балл. Счет 3-4. Кто быстрее донесет мяч до ворот? Ну, мне кажется, конечно, что Лу побыстрее донесет, но нет, так не произошло. Так, ну тут одинаково. Теперь у кого дальше полетит атака? Быстрее, точнее. Так, ну Лу быстрее, хотя генерал Гапс вроде самая быстрая атака в игре. Ну, это не так. У кого быстрее долетит супер? Ну, тут у Лу, кажется, быстрее, да, на практически каплю. Да, со что сейчас будет, у кого больше жизни? Ну, он на 100 с чем-то больше. Так, кто выдержит атаку Джесси? Вот какие-то поступил генерал Гапс. Ну, хотя Лу тоже мог включить свой супер, но это было бы ненадолго. Ну, на 25 секунд генерал Гапс спасся. Так, что сейчас будет? А за сколько зарядятся все атаки? Ну, мне кажется, у генерала Гапса быстрее. Кстати, ребята, я смотрю этот ролик впервые вместе с вами. Так, с... У Лу быстрее, я думал, генерал Гапс. Странно как-то. Вроде Лу стал вообще мифическим, мы должны были делать похуже. Так, ну тут, ну, мне кажется, Лу, у него быстро так все летит и все такое в этом духе. А, да, Лу, как я говорил, выиграл. Так, что сейчас будет с использованием супера? Ну, не знаю. И что? Сколько атака и за что? Я не понимаю, за что тут дается балл. А за сколько потратит три этого? Не супер, а атаки. Так, сбивает супер Фрэнка. А вот Лу тоже сбивает? А, он так и сделал. Ну, он еще мог супером накидать, и все было прекрасно. Ой, ну тут отдают, конечно, понятно, что автор отдает немного балл, хоть спасти, что генерала Гапса. Или, нет, он так не может. Это как-то по новым правилам еще сделаю, тут. Так, сколько три атаки снесет сейфу? Так, 10% снес сейфу генерал Гапс. И Лу 12. Ну, на 2% больше. Так. И за 15 рунгует, сколько нанесет. Ну, если говорить так, что Лу уже в первом раунде выиграл, по сути, он выиграет и здесь. Так, 62% осталось у сейфа за генерала Гапса. А сколько у Лу? Интересно. Сколько же? И тоже 62. Вот это да, я думаю, где-то поменьше, хоть на один. Странно. Так, за сколько снесет сейф? Ну, мне кажется, Лу. Побыстрее как-то. Это же очевидно. Мне кажется. Хотя, может, он и поиграет. Там.
на долю секунды лоб быстрее. Так, ну тут, мне кажется, очевидно, хотя я же думал, что 15 секунд больше его не снесут ящику, но случилось одинаково. Не знаю, как это сейчас работает. Так, и получается, Лу выигрывает. Да-да-да, 3 секунды не хватило. То есть, хватило точнее. Так, в зоне пушки. Ну, может быть... Да, Лу больше у него долетел. Так, и сейчас кто победит осадного робота? Интересно, конечно, 84. Да, не так уж много генерал Гав снес. И так, 11 где-то процентов босс снес всей другой пушки урона. Так, ну, алло, уже 81, не доходя до этого. Да, конечно, восстановление босса это очень сильно помогает. И 95. Это 5% снес робот пушки. Так, теперь с плюс супером. Ну, не сильно, конечно, до такого есть. Практически одна и та же ситуация начиналась вот тут. А, ну тут да, без единого урона. Ну тут Лу может свои действия пушки остановить его там еще этим своим катком заморозить и все 3 в 1 или 2 в 1 и все, вот как я и говорил. Ну, мне кажется, у всего КТ Лу нанесут урон. Нет, не нанесли. Только подольше задержался Лу. Теперь кто убьет всех роботов? Так, это долго было, 41 секунда. Так, Лу, почему-то он стал в серединке. Странно, но не самое главное. Да, по каждому по одному. И в итоге у нас выходит число 32 секунды. И Лу получает балл, это был последний раунд. В итоге побеждает Лу. Со счетом 7-15. Ну и на этом все. Всем пока, ребята. Увидимся. You come from outer space.